Пиранья из казенного торца. В небольшой речушке под Краматорском выловили экзотического хищника. Зубастая рыба попала в сети местным рыбакам. Эксперты подтвердили, это пиранья. Теперь местные биологи ломают голову, как рыба тропических широт могла оказаться в украинской реке. Уникальный улов видел Максим Савченко. Засоленную, чтобы лучше сохранилась рыбу, Сергей Писарев берет в руки только в медицинских перчатках. Дело ведь пахнет сенсацией. Возможно, в реке казенный торец под Краматорском поймали экзотического хищника. Типичная форма тела для пираньи и, конечно, зубы, характерная для рода пирайя. Сергей так уверенно говорит, потому что сам биолог. Заведующему местным домом природы эту пиранью принесли рыбаки-браконьеры, когда не смогли опознать в ней ни карася, ни плотву. Скорее всего, какой-то из любителей ихтиологии содержал ее у себя в аквариуме. То ли нужно было уезжать куда-то срочно, то ли просто надоело ухаживать за ними. И он их попросту вылил в реку. Из хищников в казенном торце разве что окунь и судак, говорит рыбак Виталий. Сегодняшний улов – 1,5 килограмма карасей. Выпустили, конечно, запустили. Кому-то надоело с аквариума сюда. Окунь есть, больше другого я не знаю. Должен быть еще щука, ну, наверное, мало. По фотографии в краматорском зубастике зоолог Александр Мулин сразу опознал амазонскую хищницу, но в этом возрасте пиранья не опасна, разве что когда достигнет размеров экземпляра, который хранится в музее Донецкого национального университета. Судя по ее, так сказать, массивным зубам и увечья, которые она причиняет, даже один экземпляр будет ощутимы. Закрывать купальный сезон на казенном торце пока нет оснований, считают ученые. Для рыбаков или отдыхающих одна пиранья на всю реку не опасна. В лучшем случае будет такая экзотическая закуска к пиву. Сколько еще в казенном торце этих хищных рыб, конечно, неизвестно. Но им тут все равно долго не протянуть, говорят биологи. Украинскую зиму эти рыбы вряд ли переживут. Максим Савченко, Владимир Пельгук. Специально для телеканала «Донбасс».